Создание портфеля продаж мирового уровня – одна из основных целей стратегии 2022. Для строителей и производителей металлоконструкций эту задачу выполняет торговый дом НЛМК. В декабре с целью автоматизации процессов управления закупками и продажами торговый дом НЛМК завершил внедрение обновленной версии технологической платформы ERP-системы. Новое решение позволило сократить бумажный документооборот на 62% и ускорить ключевые процессы в области продаж на 27%. Такой скорости внедрения, насколько я знаю, в группе вообще еще никогда не было. Более 120 экспертов из разных функциональных групп, а также большая команда из ЦКР объединились ради этого проекта. Изначально торговый дом НЛМК работал по агентской схеме. Находил клиентов, обсуждая условия заказа и сопровождая процесс отгрузок продукции с производственных площадок. Продукция разных заводов требовала свой отдельный контракт и отдельный платеж на счет каждого завода, даже если эти товары доставляются в одной машине. Работа выполнялась в разных системах, и многие процессы делались вручную. В результате реализации проекта было создано одно окно для сделок. Каждый клиент, заключая договор, получает доступ к единой кредитной линии и единому счету. Все сделки проводит торговый дом НЛМК. Скорость обработки заказов выросла в 2,5 раза, а объем отгрузок более чем на 35%. Современные технологии способны на многое. Они повышают эффективность нашей работы, ускоряют и упрощают бизнес-процессы и, самое главное, помогают завоевывать лояльность наших клиентов. Проект «Автоматизация продаж торгового дома НЛМК» – яркое тому подтверждение. На ближайшее будущее стоят еще более амбициозные планы по цифровизации бизнеса торгового дома НЛМК. Будут запущены комиссионные и консигнационные схемы продаж, сквозная аналитика по складам, обновленная CRM-система, динамическое ценообразование. Так мы создаем основу для достижения целей стратегии 2022.